В предыдущей зарубе один на один Леорик проявил себя очень стойко. Сможет ли сегодня он выстоять против тролля? Смотрите в этом выпуске. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск рубрики «Один на один», и сегодня с вами я, ведущий Ксаназис, и, конечно же, сегодня мы будем сражать Леорика против Джахракала. Как вы думаете, кто будет действительно сильнее? Обязательно пишите в комментариях, прямо сейчас напишите, кто будет сильнее, а потом посмотрите исход. Ну и что ж, не буду томить, поехали. Все, поехали. Вот это и выставим видосик. Просто и все, на этом и закончим. Всем здорово, друзья. Что ж, сегодня мы с Антонио приготовили для вас новый видосик рубрики «Один на один». Антонио, здравствуйте. Здравствуйте, ребят, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас так спокойненько и тихенько, но надеюсь, будут зарубы очень интересные и видосик в целом вам понравится, друзья. Что ж, первая стадия, решили мы такими артефактами выйти с Антонио и посмотрим, что у нас получится. В 6200 мы, так сказать, уложились. По правилам, надеюсь, ребят, не нужно вам напоминать, что вот так вот выходить нельзя дальше, чем вот это все место. Мансовать можно, руны брать нельзя и тому подобное. И, так сказать, поехали, наверное, да, Антоха? Первую стадию, первую драку проведем? Да, выпускаем рычков. Не-не, подожди, смотри. Первая стадия, поехал. What you want? Bring it on. My blade thirsts. Ну а теперь выпускайте рачков. Поехал. Так. Ах, попал под подры все равно. Ладно, будем драться как мужчины. Мне кажется, все равно тут шансов нету. Так. Жесть, это так и бред. А, опять промахи. Это ГГ. Я просто ничего не могу тебе внести, походу, да? Ну, сейчас омлет. Не, никак. Тут никак. Я не знаю, некра прям жесть, какая проблема. Я попробую сейчас некра слить в next раунде. Который ману жестко жжет. И потом как-то драться. Потому что некра жесткий такой контр. Очень много ДПС идет. 75 на 120 еще урона. И... Но, в принципе, риснуться у меня получилось. Это уже достаточно для того, чтобы понимать, как можно это законтрить. Ладно, поехали второй раунд. Попробуем. Посмотрим, что у нас выйдет. Ну что, друзья, немного пересобрались. Мы попробуем как-то законтрить некров. Не знаю. Главное еще понажимать мангусы правильно, чтобы все было хорошо. Антонио, ты готов второй раунд проводить? Да, конечно. Выпускайте рачков. Поехало. И. Мисплей. Это что такое сейчас было, я не понял. Дай понажимать, да. Я не успеваю просто, все, ГГ. Ты под конец еще оставляешь этого, да? Конечно. Это жесть. Ты его сразу отвел. Сам баш вылетел из себя, я начал теряться. Блин, я не знаю, как законтрить твоих некров на самом деле. Некра. Сейчас что-нибудь попробую придумать. Другое. И посмотрим. Вообще дэмэдж не идет никуда. По некров снимать вообще, у них еще геройская защита, очень тяжело. Давай сейчас попробуем в третий раунд что-нибудь новенькое собрать. Так, друзья, третий раунд подходит у нас. Попробуем мы немного смухлевать сейчас. Получится или нет, я не знаю, но должно что-то получиться уже чуть получше. Чуть подольше я должен пожить. И посмотрим, что у нас будет происходить. Антоха, ты готов? Конечно. Выпускай терочку. Вау. Подожди, не бущуй, да? Я вот не знаю, не определился до сих пор, некро сливать мне первым или нет. Некро или нет сливать? Да пошел. Ну вот ты фуловый стоишь сейчас. Понимаю. Не, ну вот тут огонь мне ничем не поможет. Блин, такой бред, что с некрами делать? Я не могу пережить их. Промахи, эти промахи плюс некрономикан просто невозможно. Но походу это будет просто 0.5 на ранней стадии из-за некрономиканов.
Дальше в лейтгейме, не знаю, у тебя, наверное, будет чуть побольше проблем, чем сейчас. Вообще сейчас на самом деле изи, просто. Сразу показано, что Некрономикон — это жесткая контра Леорика просто в начальной стадии. Невозможно, я не знаю, что собрать. В лотаре бегать, но это будет, ну, уже совсем зашкварно пока. А, даже все равно не дают вижен. Да, все равно не поможет в юлах летать. Ну, тоже непонятно. Не знаю, сейчас попробую на 4-5 раунд еще что-то сделать. Потом допы и пойдем уже в лейт-стадию, друзья. Поехали. Так, ну что? 4-й раунд, Антонио. You are ready? As always. Поехали, выпускай тирочку. Поехали. Так, дай мне тебя побить хоть немного. Промах. Там. Попадание. Ну, типа, это вообще без шансов. На этой стадии это вообще без шансов. Но то, что сейчас произошло, вот этот рез, это уже гайди, на гайде Леорика, это уже потом рассказано будет. Хотя видосик по Аганима вы смотрели. Ну что ж, я не знаю, на самом деле, раннюю стадию. Давай еще 5-й и доп сыграем. Я что-то еще попробую придумать. И пойдем уже на лейт зарубу. Так, смотри. Так, ну что, Антоха, это у нас будет 5-й раунд сейчас. Пока что 0-5 Леорик в ранней стадии, Некрономикон жестко контрит, но это еще из прошлых видосов, я так понимаю, ты понял, да? Эту тему. Что и легко. Так, ну что, я попробую еще раз молния, армлет и манго. Не знаю, что получится. Ну, давай посмотрим. Готов? Конечно. Выпускай тирочку. О, я повис, сорян. Ну что, у нас 5-й раунд, Антоха, ты готов? Готов. Выпускай тирочку. О, поехали. Ах ты, топор какой страшный. А, раз, промах там, давай, все, я тебя сейчас накажу. Пулмана. Мне надо было армлет выключить, чтобы резнуться, сейчас шансы были бы, мне кажется. Я по тебе попадал. Армлет вырубить. Ну, да. Ну что ж. Ну, 0-5 Леорик проиграл у нас просто жестко в ранней стадии. Сейчас возьмем дополнительный. Я попробую все же на армлете и на молнии как-то выиграть его, потому что я вижу, что есть пол хп, я слил. Еще прокнул крит, хорошо так не промахнулся. И есть шанс, по-моему, слить, но он очень маленький. Но я постараюсь сделать это на допе, друзья. Поехали, дополнительный раунд первой стадии. I'm too cool. Так, что, друзья, дополнительный раунд у нас уже в силе. Антонио, ты готов? Да, я готов. Давайте, выпускайте рачков, поехала. Эй, во, все, промах не включай, так будет нормально. Так, мне главное правильно вот так вот, вот так вот сделать, хорошо. Так, 700 хп еще. 700 хп. Слушай, ну тут походу есть шанс. А, баш вылетел. Так, подожди. Ах, я не переармлетил. Блин, ну мог убить. Мог убить. Все же, но промахи жесть как душат. Сейчас, наверное, моя ошибка. Надо было просто оставаться бить. И пытаться переармлечить. Еще 300 хп было. Но просто тут, понимаешь, такой момент, что я могу вот эти лоу хп поймать твой баш 10%. И все. И на самом деле это было закончилось намного раньше. Слушай, ну на самом деле по ранней стадии тут и так все было понятно. Давай, наверное, перейдем уже в лейт стадии и будем смотреть, давай, как оно будет происходить. Поехали, лейт стадию. Ну что ж, друзья, первая драка лейт стадии. Сейчас будем смотреть, что сможет тролль у нас сделать против Леорика. Не знаю, будет очень много кайтов, и попробуем как-то подраться качественно. Ну что ж, Антонио, ты готов? Я готов. Все прокачал, муншарды есть, плюсики. Да, да. Все, выпускай дырочку. Поехали. Ля, все, баш словил. Писал. Ах. Сатан. Ля, с иллюзией не отожрался. Я сатаник чуть-чуть раньше, наверное, надо было. О, все, баш словил. Да блин, я повис опять, все, развис. Слушай, ну почти.
Почти. Что ж, друзья, второй раунд. Late study. Антонио, ты готов? Да. Выпускай тирочку. Поехала. Все, пошла. Лайф у тебя. Одна лайф уже есть. Ой, какой баш. Ля, смотри, ни разу еще баш на меня не вылетел, Антох. 10% шансы. Опа. Твой шанс, если баш сработает сейчас. Ни разу баш у тебя не вылетел. К сожалению. К сожалению. Прикинь, 10% шанс. Ты дал тычек 20, ну 25 тычек, наверное, где-то дал. Ни разу не вылетел стан. Блин, как же вот это рандом, да, решает на самом деле. Ну, тем не менее, не знаю. Мне кажется, есть шансы слить. И очень большие. Давайте сейчас на третьем раунде посмотрим. Немного не повезло троллю с тем, что не прокнули. Я даже, в принципе, как-то не знаю. Я даже, по-моему, манту я не жал, да, Антох? Жал. Жал манту, да? Ну, тогда сейчас посмотрим в третьем раунде. Если у тебя все прокнет, по идее, ты должен убивать. Друзья, поехали на третий раунд. Все, что надо. Все, что надо. Хорошо. Так, это у нас получается третий раунд late study. Третий раунд late study. И сейчас... мы попробуем все-таки. Антон поменял манту. Манта реально действительно не очень сильно помогает. Линка будет куда стабильнее, чтобы отразить мой хотя бы стан. Ну еще абиссал. Так, ну что ж, не будем тянуть. Поехали, Антоха, да? Готов? Да. Выпускай тирочков. Ну нет шанса тянуть, надо сразу откидывать. Да, баш вылетел, но абиссал. Да. Очень много башек. Очень. У меня, ты видишь, как прокает у меня МКБ. Я стан не кидаю даже. Тебе манту. Но тебе просто не везет с этими, со станами вообще. Почему у тебя не прокает? Не знаю. Не хочет. Ну давай, четвертый раунд попробуем. Так, друзья, четвертый раунд. Поехали. Антоха, не будем тянуть сразу с таким же айтемами. Попробуем. Есть шанс, но не прокает у тролля. Так нестабильно все выходит. И выпускайте рачков. Поехал. Поехал. Ну, сразу откидываю. И встану в лицо. Я не кидаю хеллфай просто. Я могу закинуть хеллфай. Вот сейчас даже закину. Блин, ну вообще. Да где твои баши? Почему они не вылетают? Не знаю почему. Это смешно. Я уже 4 раунда выигрываю, потому что у тебя не прокает. Может, что-то сломалось у тебя? Я не знаю. Не, не думаю. Просто реально не видит. А давай сейчас протестим, вообще они вылетают или нет. А ну, унижай меня. О, да что это за говно? Бей еще. Че они, может они что, поломанные что ли? 10, 11, 12. Вот на 12. Ну, стандартный 10% шанс, да, типа? С 9 тычек один раз вылетает. Слушай, ну работает, баш, я не знаю, в чем проблема, почему так плохо. Но это сейчас будет уже пятый раунд, late study, и тролль, блин, что-то очень дерзко уступает, очень жестко. Но мне кажется, просто все зависит от банального рандома, Антох, правильно? Просто... просто банальный рандом, и тролль может убить, он может просто не выпустить его со стана, но почему-то не получается. Ну что ж, давайте, друзья, пятый раунд зарубимся, late study, Антонио, ты готов? Выпускайте рачков. Поехала. Молнию накинул. Откидываю. Молния Маквин. Фига ты мне там покритовал. Не стыдно? Но я манту не юзаю, на Nexus ставлю. По-моему, сейчас будет тебе очень тяжело. Я манту сразу сделаю. Хеллфай. Сатаник. ГГ. Да. ГГ. Ну, опять-таки, баша ни одного не было. Я даже сильно не АПМлю. Я сижу на расслабоне. Мне намного приятнее сейчас играть в лейте на Леорике, нежели чем на тролле. Думать что-то и тому подобное. Но в ранней стадии, как вы видели, было намного тяжелее Леорику. Что ж. На самом деле, мне кажется, стоит сейчас взять один дополнительный. Попробовать все-таки, чтобы сработал у нас нормально баш. И, ну я не знаю, победить Леорика. Ну так вообще не интересно на самом деле, друзья. Давайте возьмем дополнительный раунд late study. Ну что, попробуем сразиться в дополнительном, правильно? Ты готов? Да.
выпускайте рачку. Поехали. О, вот сейчас шансы есть, мне кажется. Но у тебя нет уже сатана. Во. Если сейчас баш вылетает, я умираю. Шансы есть, шансы. Я верил в это, реально. Ну вот, баш прокнулся. Баш прокнул, причем несколько раз. Но вы сами знаете, друзья, что такое тролль. Помните, наверное, видосик у меня, где я просто подхожу к Найксу. Просто, Антон, может помнишь в нарезке видосик? Когда ты его не выпустил, да? Я просто его не выпустил. Вот есть вот такой шанс, и Леорик может изи проиграть. Изи. Как видите, это реально, и все зависит от жесткого рандома. И поэтому тролль оказывается немного, блин, ну, он нестабильнее, получается, и слабоватее, что ли, в лейт-стадии, я не знаю. Ну, Леорик, по крайней мере, здесь победил на лейт-стадии. Сейчас мы попробуем зарубу без артефактов. И я думаю, тут тролль в любом случае должен победить просто, ну... На изи за счет промахов, друзья. Ну что ж, да, Антонио. Даже много раундов не придется делать, потому что нет смысла. Ну, все равно, тем не менее, попробуем. Ну, Антонио, твои мысли по поводу того, что сейчас происходило? Есть какие-нибудь? Я думаю, я не до конца правильно кнопки прожимал, но первые 4 раунда, то, что башня вылетала, это... Ну, вот это слишком сильно решало. Да, это, но я согласен с тобой, что это реально очень сильно решает. Но вот эта нестабильность тролля, 10% шанс забашить на 2 секунды, конечно же, это, ну, такое. Но, как видишь, в дополнительном раунде. Выиграть за счет того, что он все-таки прокнет, и в этот момент я прожму сатани. Хотя бы там 2-3 тычки сделаю, чтобы отделиться. Да. Ты фуловый станешь, я с тобой согласен. Да, это не произошло. Но шансы есть, тем не менее, у тролля. Но сейчас пойдем уже зарубу без артов делать, друзья. Поэтому поехали. Cool. I see. Ну, давай же. Лол, смотри. О, есть. Разбиваем Divine Rapier, ребят. Качественный контент. Разбиваю рапиру 10 часов. Все, разбили. Найс. Так, ну что, друзья, самое время провести зарубы без артефактов. И сейчас мы это будем делать. Сначала делаем вот так вот. Делаем вот так. Так, ну что, Антоха, готов драку без артефактов? Да, что тут напрягаться? Так, ну что, друзья, нечего напрягаться, говорит тролль. Драка без артефактов. Антонио, ты готов проиграть? Готов. Это смешно. Но поехали. Так, иди в жопу. Подожди, сейчас промах пропадет. Ты чё мне топоры вслед кидаешь? Так, все, поехали. На. Ну я промансил нормально. Ой-ой-ой, баш какой неприятный. Ой, еще один подряд. Но у тебя пол хп. Но если б я не промансил... Ой, как хорошо. Мне кажется, я победю сейчас. Ах ты, Криса. Подожди. Куда разогнался? Дай бласт кину. Давай. Ну что ж. Это был первый раунд такой. Сейчас будем делать еще. Бля. Ну, кстати, я вот если б не замансил, мне кажется, я бы сдох. Я думаю, да. Так, ну что, друзья. Антонио? Yeah. Ты готов, да? Вот, я второй готов. Раунд без артефактов. Выпускайте рачков. Иди сюда, я тебе сейчас покажу, где раки зимуют. Так, какие баши? Не надо мне. 2. На, все, успокоился. Эх ты, промаха не давай мне. Пол хп. На. Душим тролля. На речке. Заруба на речке, ребята. Ну, слушай, мне кажется, все равно проиграешь сейчас. Да, второй стан не переживу. Не переживешь, да? Но есть шанс, что забашишь? Есть шансы, что забашишь, говорю! ИГГ. На лоу хп уходит у нас тролль, победитель. Друзья, встречайте. Вот он, наш самый лучший. А ну, Антоха, подожди. Встань на хайграунд. Встань на хайграунд. Антоха, быстро. Быстро побегу. А ну, сальтуху сделай. Давай. Молюсь. Красавчик, yeah. Антоха. Третий раунд. Драк. Без артефактов. Антонио, ты готов? I'm ready.
Выпускай дырочку. Иди сюда. Без пощады сейчас тебя буду душить. Без пощады просто. Пощады не будет тебе. Пощады не будет. Фростморн жаждет. Эй, дай стан откинуть. О. Если я бы успел тебя добашил, до стана в первой стадии. Помнишь, у тебя на второй драке больше половины хп было? Да. Вот, а сейчас намного меньше. Скорее всего, проиграешь тут. Если только не прокнут, как неистово станы. Ля, баши нету, но вы держите. У меня стан есть уже. Еще один стан. Все. Yeah. И крит, да. Че, еще одну допу сыграем? Да, давай. Давай. Но это интересно. Ты можешь выиграть, и я могу выиграть. Это реально интересные зарубы без артефактов. Но, как видишь, все зависит от рандома банального. Насколько жестко у тебя прокнут твои станчики. Правильно? Мне кажется, что они сейчас прокали больше, даже когда... Ну, нежели когда я был с артефактами. Да, я не знаю, как это работает, но довольно-таки интересно. Ну что, гоу, четвертый раунд, Антох, сходу. Да, не будем тянуть. Давай, выпускай дырочков, поехал. А ну иди сюда, ты че говорил, сальто сделай, да. Давай сальто делай, Антоха. А, ты же сейчас дерешься, сальто не поделай. Ладно. Сейчас тебе стан откину, братан, держи. Блин, стабильно, да, на лоу хп я тебе стан откидываю. Нужно два баша, чтобы сработало. Да. А у тебя один, вот у тебя вот один баш вылетает только и все. Так, у меня есть стан, а я тут сижу. Кайфую, стан один. Я сижу, просто одной рукой играю, ты напрягаешься сидишь. Еще стан откину сейчас. Все, ИГГ. А, если промахи сейчас успел, ты убьешь. Успел. Сгоришь на работе? А, нет. Красавчик. Ну слушай, без артефактов у тролля все же шансов намного больше, даже чем у Войда. Потому что у тролля есть промах. И это реально круто. Какой там? 2-2, да? Да, 2-2. Еще один сыграем доп? Да. Давай. Так, ну что, друзья. Пятый раунд дополнительный. Антонио, ты готов? Конечно. Выпускай тирачков. Иди сюда. Все, тебе ГГ. Тебе ГГ. Я буду по КД жать. Все, я просто как спидран по доте сейчас будет. Вот так. Сейчас нажимаю. Все, уже нажимаю. Откидываю. Ля, сколько вы? Тебе хп еще очень много. Все, я спидран по доте делаю. Сейчас вы видели мою клавиатуру. Так, это очень плохо. Но пол хп есть еще у тролля. Тролль должен сопротивляться. Продолжается драка. Леорик пытается откидывать стан. Залетают топоры. Пролетает стан по Леорику. Леорик не выходит стан. Закидывается фаербласт. Должны что-то происходить тут. Жесткие мувы начинаются. Леорик пытается. Леорик может. Дай дожить. Топоры. Ой, какая драка. Жесть, это круто просто. Просто милый писюнчик. Shadow Field. Жесть, да, Антох? Круто. Прям ожесточенный файт. Ожесточенный. Слушай, ну... Не знаю, ты хочешь еще разочек зарубиться? Ну, блин, 5 раундов мы типа сыграли. Да. По итоге 3-2 получилось. Да, получается... По фану? Давай один по фану, Антонио. И, наверное, сделаем уже вывод. Ну что, фановая катка, Антоха, катка, драка. Давай, выпускайте рачков, поехала. Откидываю. Тебе главное топорики, да, заранее тоже кинуть. Так, продолжаем. АПМ пошел по доте. Какой? Подожди! Ты что? Я сейчас дабл дэмэдж возьму. Смотри, сколько хп у тебя еще много. По-моему, есть шанс, Антоха, прям задушить. Дай, откину. Смотри, хорошо прокнул, и сейчас шанс очень большой. Считай, у меня осталась одна жизнь. У тебя жизни не, почти фуллов. Убьешь, по-моему, убьешь, Антох. Откидываю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, Леорик. Не помог. Есть. И 19 хп остается. Хорош. Слушай, ну 3-3, да, получается? 3-3. Если так, да. Слушайте, ребят, ну на самом деле стоит сделать вывод такой, что тролль, он очень, так сказать, зависим от этого рандома. Шансы Леорика у него есть победить прям на ура. Реально, как я и думал, что вот в прошлой зарубе, когда мы дрались с Леориком против Войда, я подумал, что тролль сможет, в принципе, Леорика убивать. Да, но все зависит от этого рандома. Но, как видите, все произошло. Все, так сказать, оставляйте комментарии внизу по поводу этого. Вот этого всего процесса. И что ж, друзья, на самом деле самое время полагать. Антонио меня, наверное, слышит, как обычно. Эй, а, у, и, у. Антон, слушай, ну на самом деле, что ты можешь сказать по этому поводу? Это разборка питерская, да. Так, ну что, и кого же мы будем выставлять на next против тролля, Антонио? Как ты думаешь?
Почему против тролля? Ты считаешь, что тролль победил в итоге? Слушай, ну, на самом деле Леорик Леориком. Леорик очень сильный герой, но мне кажется, тролль все равно по шансам может его выиграть. Ну, слушай, окей. По галочке, кого мы продвинем тогда? Ведь очень спорно произошло все, очень спорно. Но если у тебя по сетке начислено на победителя, то по логике, наверное, Леорика. Леорик, да, но... должен, по идее, по сетке пойти. Но так, для разнообразия контента, то должен быть, по идее, тролль, если хочешь разбавить. Конечно, но я считаю, что нужно дать дорогу молодым, так сказать, тролль, юный Джахракал, как говорится. Сальтухи крутит. Сальтухи крутит, да, юный парень, который идет вперед на стороже Sentinel, и мы должны ему дать дорогу вперед. Леорик как бы, да, Леорик Леориком, Леорик имеет шансы, в принципе, такие же, как и тролль, но тут тролль может доминировать за счет того, что ему просто нужно банальное везение, немножечко везения, и тролль у нас уходит вперед. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас была заруба на Next. Будем сражаться троллем против кого-то. Пишите в комментариях обязательно, кого бы вы хотели увидеть против тролля, друзья. Но я уже знаю, кто у нас будет играть против тролля. Он очень злой, и зимой он любит много спать, друзья. Что ж, Антонио, спасибо тебе за то, что ты помог мне сегодня сделать этот видос. Пожалуйста, еще не раз помогу. Да, спасибо, Антонио. Ну и на этом все, друзья. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать такие видосы. Ну и все. Всем до скорого. Всем пока.